За ростом цен в Свердловской области будет следить специальный штаб. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвышев. Члены нового объединения будут отвечать за повышение устойчивости социальной сферы и экономики региона в условиях беспрецедентных санкций. Мы не должны допустить в Свердловской области необоснованного скачка цен на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Необходимо жестко реагировать на любые попытки безосновательного повышения цен. Состав участников штаба сейчас формируется. По словам губернатора, их задача – оперативно оценивать ситуацию, прогнозировать ее развитие, вырабатывать меры по обеспечению стабильности в регионе. Работать в новых условиях теперь будут и уральские предприятия. В торгово-промышленной палате заявили, что вместе со Свердловским правительством сейчас обсуждают возможные меры поддержки. Уже есть десятки предложений, которые позволят смягчить силу удара по предпринимателям. В правительстве считают, что санкции, введенные со стороны западных стран, будут иметь эффект бумеранга. У наших предприятий есть много вариантов, как переориентироваться. К счастью, мы потеряли не всех партнеров. У нас очень сильные партнеры в Юго-Восточной Азии. Это и Китай, это и Индия, это и Пакистан. У нас остается партнерами Турция, ряд стран, еще Мексика. У нас бизнес не ждет, что вот это рассосется само собой. А в оперативном порядке вот просто-напросто меняет некий курс.